Все как всегда. Кому-то душно, а кто-то мерзнет. Соломоново решение нашел один из водителей маршрутного автобуса в Чебоксарах. На ходу он открыл дверь, чтобы обеспечить в салоне вентиляцию. Сотрудники ГИБДД оценили находчивость водителя, правда, по статье 12 Кодекса об административных правонарушениях и выписали штраф 500 рублей. Пассажиры заступили за перевозчика и попросили вообще не наказывать добросердечного водителя. А эти кадры сегодня живо обсуждают в глобальной сети. Снова общественный транспорт и снова скандал. Молчи! Молчи, мне 44 года! Молчи! Молчи, говорю! Молчи! Буйная дама в неуважительной форме требовала уважения к себе. Она была чрезвычайно возмущена тем, что в маршрутке не нашлось джентльменов, готовых уступить ей место. Когда взбешенную леди попытались призвать к порядку, она начала распускать руки и сообщила, что у нее два сына, которые сию минуту примчатся на черных автомобилях иностранного производства и объяснят всем, как должно относиться к благородной даме. Теперь женщина превратилась в интернет-мем. В сети уже гуляют фотографии, иллюстрирующие продолжение конфликта.